Печень является очень полезным продуктом, в особенности для беременных и детей. Существует много способов ее приготовления, и запекание в духовке в виде торта, наверное, самый лучший. Консистенция получается более мягкой, торт – более сочным. К тому же, сохраняется максимальное количество полезных веществ. Порадуйте родных и близких диетическим закусочным тортиком из куриной печенки. А чтобы его сделать, прочтите рецепт, как приготовить печеночный торт в духовке. Приятного аппетита! Нарезанное кубиками мягкое сливочное масло взбейте миксером с солью и перцем. В однородную масляную смесь добавьте куриное яйцо, после чего снова все взбейте. Пласт теста опустите в форму для запекания и слегка утрамбуйте. Форму с тестом положите в морозилку на 10-15 минут. Форму с тестом поставьте в 170-градусную духовку на 20 минут. Затем достаньте, равномерно смажьте яйцом и снова отправьте в духовку на 5 минут. В небольшую кастрюльку опустите изюм, добавьте немного фильтрованной воды и ром. Доведите до кипения и остудите до комнатной температуры. Готовый изюм равномерно распределите по тесту. С промытой печени срежьте пленку и жилки. Лук очистите и нарежьте. Измельчите печень с луком и чесноком в блендере до однородной массы. К полученной массе добавьте измельченную петрушку, сливки, яйцо, соль и перец. Еще раз тщательно взбейте и измельчите в блендере. Залейте печеночную смесь в каркас из теста. Выпекайте печеночный торт в духовке 30-35 минут. Температура та же, 170 градусов. Охладите торт и подавайте его порциями. Приятного аппетита!